При поддержке губернатора Челябинской области Челябинская филармония представляет с 27 по 30 октября 7-й международный фестиваль «Семигорье». 27 октября 19:00 открытие фестиваля, сокровищница песенных традиций и зажигательных самобытных танцев. Государственный Омский русский народный хор, театр оперы и балета имени Глинки. Золотой фонд калмыцкого танца. Государственный театр танца Калмыкии и Ойраты. 29 октября 19:00. Концертный зал имени Сергея Прокофьева. Заказ билетов 264-76-71 или на сайте филармонии74.рф. Генеральный информационный партнер ОТВ.